След сокола. Автор сценария Гюнтер Карл. Оператор Отто Ханиш. Художник Пауль Лемон. Композиторы Карл Эрнст Зассе, Вольфганг Майер. Режиссер Готфрид Кольдец. Исполняют и дублируют: Гойко Митич, Владимир Дружников, Ханью Хассе, Андрей Тарасов, Барбара Брыльска, Нина Гребенщикова, Хельмут Шрайбер, Михаил Погоржельский, Фред Дельмара, Юрий Саранцев, Хольгер Малех, Олег Голубицкий, Хорст Кубе, Чеслав Сушкевич, Рольф Хоппе, Евгений Весник, Хартмунд Бейер, Геннадий Юдин, Дитмар Рихтер Райник, Всеволод Ларионов, Лаврентий Кашадзе, Степан Бубнов, Атар Каберидзе, Борис Никифоров. Из-за этого желтого металла. Теперь много бледнолицых придет к нам в горы и будут хозяйничать на земле наших предков. Что будет с нашими пастбищами? Нам придется защищать их. После смены двух лун все вожди племени Дакота соберутся на большой совет. Едем. Добро пожаловать. Ты из племени Бурого Медведя, Зоркий Сокол, не правда ли? Насколько я знаю, ваши вигвамы там наверху, Тонгриве. А бледнолицые братья разве уже не работают у Сэма Блейка? Ха, давно уже. Хватит с нас. Работать у него возницей за понюшку табаку и рюмку виски? Работать мы не против, но не даром же. Если нам здесь повезет, тогда другое дело. Мы сможем даже купить всю вашу землю. Мой друг Чет любит преувеличивать. Всего несколько крупинок, а сколько пришлось попотеть. Великолепный конь. Только немного пуглив. У твоего друга нет ружья. Это тебе, держи-ка. За него ты получишь самое лучшее ружье, да к тому же еще 3 патронов. Спасибо, вождь. Этого мяса хватит на целую неделю. А потом мы отправимся в Тенглвуд и притащим всего вдоволь. Если там встретите торговца Сэма Блейка, скажите ему, пусть придет к нашим вигвамам. Какой отличный конь. Такого мустанга я никогда еще не видел в прериях. Любопытно, где он его поймал? Индейцы вернулись на зимние пастбища на 2 месяца раньше.
Что бы это могло значить? Бурый медведь и вождь Красное Облако оба верят бледнолицам. А бурый медведь не подумал о том, что они могут обмануть его доверие. Разве вы забыли, что делают бледнолицы? Не мы пришли в их страну, а они пришли к нам и забирают все, что у нас есть. Вы забыли, как генерал Гастер, самый главный грабитель, вторгся к нам со своими людьми? Вы забыли, что они убивают буйволов, жгут наши вигвамы и разоряют нашу землю? И все это из-за желтого металла, который они здесь нашли. Вождь Бурый Медведь не хочет, чтобы его воины вместе со всеми дакота выступили против наших врагов. Он верит каждому слову белого отца из далекого Вашингтона. Вожди племени дакота, вы помните хоть один договор с бледнолицами, который бы они не нарушили? Нет такого! Неужели мы будем терпеть и ждать, пока они нас всех уничтожат? Ташунко Витко говорит нет. Мы не будем терпеть. Будем защищать землю своих предков. Эта земля наша, и мы ее никому не отдадим. Хау, я все сказал. Слова Ташунко Витко глубоко тронули нас всех. Но он забыл только одно. Немного лун сменилось с тех пор, как мы курили у костра трубку мира с бледнолицами. Я и Красное Облако. Вождь Красное Облако в тот же вечер заключил мир с бледнолицами, и теперь его вигвамы находятся под их защитой. Мой брат забывает, что мы должны подумать о наших женщинах и детях. Для нас это самое главное. Бурый медведь считает, мы можем спасти наше племя, если пойдем под защиту белых людей. Нельзя делать так, как хочет Ташунко Витко. Хау, я все сказал. А теперь пусть говорит зоркий сокол. Это нашли в горах двое бледнолицых. Скоро их там будет 200. А с ними придет много длинных ножей, чтобы охранять их. Им всем нужен желтый металл. Вожди, у нас в горах не будет мира. Договор у костра порвали сами бледнолицые.
Барабаны зовут нас. Мы идем на охоту. Мясо у нас будет, сколько мы захотим. И нам незачем просить помощи у бледнолицых. Господин сержант, ваши дела плохи. Если вы будете и дальше так играть, то вам придется заложить свой мундир. Фортуна им сопутствует. Подождите, здесь кажется, что-то нечисто. Ой! Убери свои лапы подальше, детка. А ну-ка, сматывайся отсюда живо. Ну что же, если вы так настаиваете. Не джентльмены, а черти что. А вы уверены, что нас там встретят с распростертыми объятиями? Не все сразу. По-моему, мистер Бледжин, индейцы так просто свою землю нам не уступят. Господа, не стоит волноваться. Согласно постановлению правительства, все краснокожие до 1 февраля 1876 года должны явиться в резервацию. И многие, я считаю, уже там. Но до тех пор нам придется пережить несколько беспокойных месяцев. Определенно. Браво, Гэлсворт. Вы предугадываете мои мысли. Я много думал и пришел к выводу, что с краснокожими церемониться не стоит. Для них самих же будет лучше, если они поймут, что в Блэк-Хиллсе делать им уже нечего. Всех перестреляем. Точно. Вот именно. Идея-то хорошая, но есть одна загвоздка. У многих влиятельных людей она, к сожалению, не популярна. Ерунда. Кто-нибудь спрашивает. Эта идея не только не популярна, она бесчеловечна. Вот как? А знаете, вы мне чем-то нравитесь, мистер Хилл. Один мой хороший знакомый вместе со своим отрядом поехал туда поохотиться. Вы меня, надеюсь, понимаете. Нет буйволов, значит, и индейцев тоже нет. Вы так думаете? Я в это дело вложил $500, а всем моим друзьям известно, что я никогда не бросаю деньги на ветер. Наших буйволов и бросают стервятникам на съедение. Мы умрем с голоду. Пусть бледнолицые не думают, что мы будем спокойно смотреть на это. Нет, хватит! Голос огненного коня. Он везет новых грабителей. Они бросили нам вызов, мы им ответим на него. Эмерсон, вам бы лучше отойти от окна, там вам будет безопаснее. Благодарю вас, мистер Бледжин, вы очень любезны. Кэтрин, отойди от окна.
О, простите. Осторожно, вы не ушиблись? О, нет, благодарю. Если бы не вы. Это вы бы упали. Мисс не желает ли виски? Пожалуйста. Я себя чувствую хорошо, не волнуйся. Ну и прекрасно. Мисс Кэтрин, все в порядке? Mm-hmm. Я рад, что вы не пострадали. Эти проклятые краснокожие не дают нам покоя. Мы согласились поехать в Блэк-Хиллз, мистер Бледжин, чтобы начать там новую жизнь. И нас не интересуют ни индейцы, ни ваши взаимоотношения с ними. Мы быстро расправимся с кучкой краснокожих негодяев, которые не соблюдают договор. Вы со мной согласны, лейтенант? Я имею предписание. Там ясно сказано, оружие не применять до 1 февраля. Но, разумеется, если понадобится, я всегда готов защитить мирных американских граждан всеми средствами, имеющимися в моем распоряжении. Я совершенно уверен, господа. Дай сюда. Уверен, что Тэнгл станет для всех нас новой родиной, где мы сумеем... Мне оставишь. Мы сумеем нажить богатство. Ну, правда, здесь еще пока не совсем безопасно. Зато цены на земельные участки не смешного низки. А моя доля в вашей добыче золота будет самой минимальной. Но после 1 февраля цены на участки сразу подскочат, как ртуть в термометре.
мы все скорбим. Проворный олень был бесстрашным воином. У нас нет такого оружия, чтобы победить бледнолицах. Их было много, и у всех были ружья. Мое сердце наполняется гневом, когда я думаю о погибшем брате. За смерть проворного оленя мы отомстим бледнолицым убийцам. Поезжайте вперед. Отвезите убитых к нашей стоянке. И пусть все узнают, как они погибли. Лиса верно сказал. Мы не сможем победить, пока у всех не будет ружья. Я клянусь вам, не успеет солнце дважды окрасить небо на востоке. Каждый будет иметь такое ружье. Что случилось? Дальше ехать нельзя, рельсы разобраны. Почему мы стоим? Рельсы разобраны! Папа, почему у тебя такое озабоченное лицо, не понимаю? Будь же последователен. Даже если имеется в виду Бледжин? Пошевеливайтесь! Выводите лошадей. Лейтенант Форсайт, 7-го драгунского полка. Направляюсь с подчиненными в Тенгл. Капитан Рональд. Из 7-го? Как выживает майор Рено? Вы давно в этом полку? Нет, я только весной закончил училище. Вот как. Тогда желаю удачи на Диком Западе. Капитан, позвольте вам представить мистера Бледжин. Вот как. Очень рад тебя видеть, старина. Вот так сюрприз. Вы удивлены, лейтенант? Бледжин, мой старый друг. Рассказывай, как дела? Все ли удалось сделать в Вашингтоне? Разве ты в этом сомневался? Да, но почему ты заставил нас покинуть поезд, а? Рельсы разобраны. Твоя затея с буйволами взбудоражила краснокожих. Вот и мы, Сэм. Все это очень похоже на войну. Нам бы не сдобровать, если бы быстрый Барс не заменил машиниста. Пойду посмотрю, что привезли. Хорошо. Сэмюэл Блейк? Угу. Мак Драйден, сержант. Вижу. Мы вместе поедем в Тенглвуд. Можно грузить? Ты сказал мы? Тогда грузи. Что привезли? 50 ружей, 20 ящиков патронов. А как будет с оплатой? Договоримся. Он просто пошутил, не так ли? Допустим. We'll be right back.
Если они разобьют свой лагерь у Брода, то ночью мы на них нападем. Смотри, кто с ними приехал сюда. Леджин. Он был уже здесь. Так вот и его называют ядовитая змея. Ядовитая змея – враг индейцев. Последуем за бледнолицами. Нам нужно добыть ружья. Я вчера расстался с Соколом, и завтра, когда он приедет, то в нашей типе прокрадется раздор. Он был рядом с мертвыми бизонами. Я прекрасно его видел. Он ни за что не отправится с нами в агентство. Уж можешь мне поверить. Идем с нами к шаману. Мы хотим услышать, что ему сказал Вакантанка на те вести, что ты принес. Уже частенько приходилось девушкам и женщинам дакотам ожидать своих сыновей, мужей и братьев. И скоро им снова придется ждать. Мы должны быть сильными. Подумай об этом. У всех должны быть сильные и крепкие сердца. Но мне кажется, легко заботиться о таком воине, как Сокол. Война с индейцами никому не нужна. Я уже несколько лет веду торговлю с ними. Не было случая, чтобы они хоть раз меня тронули. Но вступив на тропу войны, они не пощадят никого. Но ведь существует договор о мире. Договор о мире. Он существует, но соблюдать его обязаны только индейцы. Кстати, по этому договору Блэк Хиллс принадлежит им. Почему же вы сюда приехали? Я скажу почему. Генерал Гастер во время экспедиции обнаружил в этих краях крупное месторождение золота. Если не ошибаюсь, сержант, ты тоже участвовал в этом походе? Совершенно верно. Да, война будет. И начнется она не позже весны. Ты прав, Блейк. Если будет война с индейцами, они припомнят нам резню, устроенную Гастером в свое время. Этого краснокожие не забудут. Какая прекрасная мирная ночь. Да, здесь чудесно. Но в этой стране я чувствую себя еще чужой. Становится прохладно, идемте. Сентиментальность – одна из самых ужасных болезней здесь, на Западе. Лучшим аргументом до сих пор пока остается Кольт. Вам бы не мешало взять несколько уроков у одного из моих людей. Мистер Эверсон, если вы хотите отдохнуть, моя палатка в вашем распоряжении. Форсайт, я знаю, вы джентльмен, но, к сожалению, вы опоздали.
мистер Эмерсон предпочел мою палатку. Продаете индейцам такую чертовщину. Это же не табак, а конский навоз. Не отходи далеко, если хочешь остаться живым. Глупости. Здесь все спокойно. Так многие говорили, успокоились навсегда. Я пойду лягу, а в полночь сменю тебя. Иди. В чем дело? Хороший конь всегда чует индейцев. Девочка моя. Сержант Макдрейден, ко мне! Ридит Джексон за мной! Скорей! Третий, Дик. Считай, считай, то, чего доброго разоришься. Скажи мне, Билл, о чем ты так таинственно шептался сегодня утром с этими двумя кротами из Шайнингстоу? Не твое дело. Допустим. Но ядовитая змея вряд ли обрадуется, если узнает, что ты за его спиной занимаешься какими-то делишками. За спиной хозяина никакими делишками не занимаюсь. Понял? Я понял. Ты понял. Мы поняли. Все поняли. Вождь приехал! Мисс Кэтрин Эмерсон. Чтоб не было никаких недоразумений, предупреждаю. Она мой гость. Она ее отец. Ясно? Добро пожаловать в Тенглвуд, мисс Кэтрин. Чувствуйте себя как дома.
Прошу вас. Лени, покажи господам комнату. Эй, Билл! В честь нашего приезда ребятам бочку виски! Как дела, Билл? Как всегда, хозяин, в порядке. Выпейте с нами, пожалуйста. Ну что ж, ваше здоровье. Пиво. Эй, Кир! Твои бывшие возницы приходили. Рассказывали, что индейцы с ручья Шеннингстоуна очень тоскуют по тебе и по патронам. Петр хотел с тобой поговорить. Есть для тебя работа или у тебя другие планы? Да что может быть приятней? Я уже сам хотел тебя спросить, но никак не мог смелости набраться. Господину Блейку не нравится виски Бледжина. Пойдем, Билл, принесем ему глоточек из личных запасов хозяина. Браво, Хилл! Браво! Когда эти двое были здесь? Кто? О ком вы? Не прикидывайся, ты знаешь о ком. У меня есть для вас хорошая новость. Откуда это? Чет мне дал вместо денег. Он обнаружил это в верховьях ручья Шайнингстоун. Приятное известие, Билл. Что же ты не начал сразу с этого? Обнаружили, говоришь, в
верховьях Шаннингстоун. Итак, в ближайшие дни мы нанесем им визит. Как бы не оборвалась. Неси еще веревку. Ой. А мы не опоздаем туда? Ой, как болит голова. И выпил же совсем немного. Виски у Бледжина никогда не бывает хорошим. Ну, не горюй, до свадьбы все пройдет. Ну, а так или иначе, переночевать нам придется у индейцев. Ну-ка, взяли. Опа. Ой. Смотри, к нам едут гости. Блейк, я вижу, твоя торговля с индейцами идет успешно. Как жаль, что ее придется прекратить. Я в твои дела не лезу, Бледжин. И ты в мои не лезь. Да, вот еще что. Эти двое ублюдков, которые роются в моей земле у Шайнингстоун, случайно не твои компаньоны, а? Впрочем, как и весь этот краснокожий сброд. Брось, Кнут. А вообще-то желаю тебе удачи, друг индейцев. Дай бог, чтобы дакоты тебя не тронули. Сейчас не те времена. Билл, а он, пожалуй, прав. Черт возьми! Слишком рискованно. Развязывайте! Слышали? Мистер Барс, скачай весь дух и передай Чету. Ядовитая змея что-то замышляет. Надо, быстрый Барс. Неужели бледнолицые погнали тебя в благодарность за твои услуги? Я теперь служу у торговца Сэма Блейка. Это он мне дал одно поручение к своим друзьям у Шайнингстоун. Но почему ты так спешишь? Зоркий Сокол, твой враг, ядовитая змея, снова здесь. Он ненавидит вас. Он запретил Блейку с вами торговать. Ядовитая змея едет к ручью. Я должен предупредить двух бледнолицых об опасности. Сколько людей у ядовитой змеи? Четверо. Скачи назад. Возвращайтесь к вигвамам. Со мной поедут четверо.
Проклятие! Чья ТПС, выходите! Где вы там прячетесь? Сначала уберите ружья! Эй, сюда! А где другой? Я тоже здесь. Какая приятная неожиданность. Видит наш участок, мистер Бледжен? Как ты сказал, ваш участок? Нет, ошибаешься, это мой участок. Да, Тонг Рива до Шайнингстоун. Наше правительство мне его продало. Разумеется, за хорошие деньги. Если я захочу, я вас прогоню отсюда. Пэт, тебе не кажется, что он затевает что-то? Но я поступлю великодушно и не стану вас прогонять. 60% добычи мне. Договорились? Только без обмана. А вы, случайно, не перегрелись на солнце, мистер? Почему ты молчишь, Пэт? Вы ни унции не получите. А басню о покупке земли можете рассказывать кому-нибудь другому, но только не нам, Бледжен. А сейчас лучше уезжайте, да поскорее. Нам работать пора. Не двигаться! Рок, а ну взгляни, куда они спрятали мое золото. Назад, бандит! Добыл нам ружья. А ядовитую змею ты убил? Он еще жив. Слепота погубит бурого медведя, он не хочет этого понять. Полиция в Тенглвуде должны узнать, что ты поступил против нашей воли. Мы не пойдем за тобой, Сокол. Ты сам поднял против них в горах топор войны. Иди к ним, выпрашивай у них мир. Но они обманут тебя. Бледнолицые хотят войны. Ты погибнешь, если покоришься им. Погибнет тот, кто поднимет против них топор войны. Первым я не нарушу мир. Мы едем сейчас к бледнолицым. И ты будешь отвечать за все. Я со своими людьми еще до рассвета уйду от ваших вигвамов. Мы не пойдем за вами к бледнолицам. Теперь и мы поссорились. Выбора у нас нет. Многие вожди ведут дела с белыми людьми. Они уже не верят в победу в бою. Или мы должны, как женщины, выпрашивать еду у их агентств? Нет. Лучше сражаться, чем словно трусливые и беспомощные люди оказаться на милости убийц. Да, ты прав. Нам больше ничего не остается. Вы нас обманули! Вы ответите за это! Мы требуем, чтобы вы выполнили условия договора! Речь идет об убийстве! Индейцы убили двух золотоискателей и трех моих верных помощников. Если мы простим им это, они всех нас уничтожат. Форсайт, я прошу вас сурово наказать индейцев и обеспечить нашу безопасность. Это является вашим святым делом, господин офицер. Я получил строгий приказ. В нем сказано, что я не имею права трогать индейцев на этой территории до 1 февраля 76 года, пока она им принадлежит. Да при чем здесь? Они могут убивать мирных американских граждан. Здорово получается. И чему вас только учили в военной школе? Минутку, Бледжен. Что тебе там надо было у ручья? Эта земля принадлежит индейцам. Как об этом сейчас говорил Форсайт. Ты хотел навести у них свои порядки, не так ли? Сам решил отобрать у них землю. Это на тебя похоже.
Интересно, где у него разрешение на землю? Пусть покажет его. Об этом потом. Слушайте, это же и в ваших интересах, чтобы краснокожих не было здесь. Слушай, Бледжин, твоя ссора с Соколом — это одно. Я был свидетелем того, как ты его оскорбил. Но вот права владения и распри со всеми индейцами — это уже нечто иное. Этого мы не допустим. Верно, Джо, мы хотим, чтобы индейцы нам не докучали, дабы мы могли спокойно работать на земле, за которую мы заплатили. Заплатили вам. Вот что. Когда Бледжин приглашал нас туда, он сказал, что здесь нет индейцев. Это была ложь. Что ты сказал? Повтори. Это была ложь. Дело принимает крутой оборот. Позвольте, я провожу. Мне самому говорили, что вся местность будет освобождена от индейцев. Но вы сами видите, чем наша армия предпочитает заниматься. Поэтому приходится действовать самим. До сих пор ваши действия ни к чему хорошему не привели. Они убили Чета. Это он, его люди. Это они. Чет. Мисс Эмерсон, воды. Вы слышали, что он сказал? Убийство. Это все Сокол, его рук дело. Мистер Блейк, нам важно выиграть время. Надо договориться с индейцами. Отнесите его в мой дом. Это безумие. Вести переговоры с убийцами. Хорошо, пошли к ним своего краснокожего, Блейк. Быстрого барса? Ладно, я пошлю его. Ты будешь его сопровождать. Сейчас остановимся на ночлег около белых камней. А на зиму поставим вигвамы внизу, в долине. Сокол, ты выбрал хорошее место. Подступы к нему легко защищать. Только хватит ли у нас пищи на зиму? В тех местах ее трудно будет добывать. Я говорил, половина людей покинула стоянку Бурого Медведя и уходит с Соколом. Что ты говоришь? На коней! Скорее! Надо возвращаться! Нет, поедем дальше. Сэм Блейк послал меня к Зоркому Соколу. И я должен ему передать слова Блейка. Надо быстрее догнать его. А я сказал, надо возвращаться. Не могу. Сэм Блейк дал мне поручение, и я его выполню. А ты возвращайся. Я один поеду. Ну, хорошо. Пеняй на себя, краснокожий.
Мисс Кэтрин? Да, войдите. Здравствуйте. Добрый день. Как поживает ваш пациент? Он до сих пор без сознания. Мисс Кэтрин, я вами восторгаюсь. Вы мной? Вы так великолепно держались вчера там внизу. Я восхищен. Я уверен, что не каждая девушка на вашем месте так вела бы себя. Жизнь тут у нас трудная. Порой может казаться, что один хочет схватить за горло другого. Но поверьте, это вначале только так кажется. Я хочу с вами выпить за наше прекрасное будущее, наш прекрасный Тэнглвуд. Надеюсь, вы понимаете, почему я говорю «наш Тэнглвуд». Я сделаю для вас все, что в моих силах. Вы станете хозяйкой Тэнглвуда. Сию же минуту отпустите меня. Вы с ума сошли, Бледжин. Я вас озолочу, Кэтрин. Успокойтесь, Бледжин, ни шагу. Заранее предупреждаю, чтобы не было никаких недоразумений. Убирайтесь. Убирайтесь отсюда немедленно во избежание неприятностей. Не раздумывайте. Тогда я забуду этот инцидент. Такой вы мне нравитесь еще больше. Вы зря рискуете, мистер Бледжин. Надеюсь, вам все понятно. И еще одно запомните. Вы мне совсем не нравитесь, мистер Бледжин. Эй, Ник! А ну-ка позови своего хозяина! Живо! Выходи, Бледжин! Слышишь? Мне с тобой надо поговорить! Что ты хочешь, Блейк? А ну покажи разрешение на владение участком. И потом объясни, кто это дал тебе такое право претендовать на землю Шайнингстоун. Ты пьян, пойди проспись. Бет недавно пришел в сознание. Он нам рассказал правду об убийстве Шайнингстоун. Что ты на это скажешь? Он просто вредит. У него жар. Лучше пойдем по стаканчику вина пропустим. Я тебе все расскажу. Нет, Бледжин. Ты мне все расскажешь теперь же. И не вздумай увиливать. Этот подлый убийца прикончил еще одного нашего парламентария. Мне самому едва удалось уйти. Кто, Блейк? По-прежнему будешь защищать убийцу? На этот раз погиб твой человек. Опять он выйдет сухим из воды. Сэм, не делай пасти. Эти краснокожие сейчас сюда едут. Они хотят предложить нам заключить с ними мир. Вот они, легки на помине. Что ж, мы им окажем достойную встречу. Тащите быстрее оружие. Сокол покинул стоянку. У них там осталось мало индейцев. Сработано отлично. Теперь Тэнглвуд только чудо может спасти. Зачем ты к нам пожаловал, Бурый Медведь? Мы хотим мира с бледнолицами. Ты немного опоздал. Индейцы убили у нас 6 человек. Я требую, чтобы вы выдали убийцу. И в первую очередь Зоркого Сокола. Кроме того, я требую, чтобы вы покинули Блэк Хиллз. Топор войны не я поднял, а Зоркий Сокол. Он сегодня покинул мои вигвамы. Вы останетесь здесь, пока все твои люди не покинут Блэк Хиллз.
Отведите их в сарай, заприте там и как следует охраняйте. Билл, завтра к восходу солнца раздобудь мне 30 мужчин. Ты понял? Мужчин. Я им хорошо заплачу, а теперь угости нас виски. Туда наверх вы за час доедете. И смотрите, чтобы ни один камень не скатился с горы. Не волнуйтесь, все будет в порядке. У них там может быть часовой. Считайте, что его нет. Сигнал к началу действий. Два выстрела. Эй! Всем ясно? Да, хозяин, ясно. Желаю удачи. Thank you.
По-моему, это, скорее всего, похоже на бегство. Я не хочу расхлебывать кашу, которую заварили другие. А не жалко тебе дом? От него может ничего не остаться, когда вернемся. Были бы целы голова и руки. А дом можно новый построить. Не найдется ли в фургоне еще место для двоих? Конечно, найдется. Катерин. Бешен, задержи фургон. Трогаться, пока не поздно. Как ваше здоровье? Благодарю, Кэтрин. Лучше быть не может. Эй, стойте, стойте! Решили прогуляться. Одну минутку, мистер Эмерсон и мисс Кэтрин. Сожалею, но вам придется выйти. Выходите, что я сказал? Побыстрее! Ну! Не трогать! Фургон! Пэт позаботится о них. Едем. Наши вигвамы. На нас напали бледнолицы. Ядовитая змея привел их. Все наши люди убиты или ранены. Где бурый медведь, где зоркий глаз? Не знаю. Они больше не вернулись. Их взяли в плен или тоже убили. Thank you.
Я пойду здесь проверю посты, а ты с той стороны. Ладно. Все в порядке? Пленные спят. Но мне показалось, что кто-то пробежал через дорогу, когда заржала лошадь. Вечно что-то вам мерещится. Эти проклятые краснокожие спят себе спокойно. А мы должны охранять их всю ночь. Пойду проверю другие посты, а потом сюда вернусь. Хорошо. Только что приходил твой друг. Как вам могло прийти в голову арестовать посредников? К тому же еще напасть на деревню. А сейчас вы просите, чтобы армия пришла к вам на помощь. Я не прошу, а требую помощи, лейтенант. Вы меня просто не так поняли. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Даже ваш друг, капитан Рональд, и тот бы ничего не смог для вас сделать. Значит, индейцы могут творить все, что угодно. Я не могу нарушить приказ. Макдрайден, объясните, пожалуйста, этим господам. Что тут объяснять? В приказе все сказано абсолютно ясно. Никаких столкновений с индейцами до окончания переговоров о покупке Блэкхиллс, то есть до 1 февраля 1976 года. И далее, в случае необходимости, разрешается применить оружие для удаления с этой территории поселенцев и золотоискателей.
Даже выучили наизусть, сержант. А господа военные знают свое дело, не правда ли? Да. Я вас хорошо понимаю, приказам следовать необходимо. Хотя бы для того, чтобы получить повышение. Но советую вам не забывать, что и с нами ссориться не следует, если хотите в будущем получить хороший участок земли. Или вы на это не претендуете? Я бы на вашем месте постарался как-то договориться с индейцами, чтобы они оставили в покое Тенглвуд, при условии, если вы освободите бурого медведя. Вечно одно и то же. Эти гражданские считают, что армия здесь за тем, чтобы подчищать за ними их дерьмо. А разве не этим она занимается? Ты, негодяй, я дарю тебе жизнь. Хотя с большим удовольствием сдернул бы тебя на первом суку. Передайте вашему вождю, он свободен. Мы хотим, чтобы индейцы оставили в покое Тенглвуд. Сначала уйдет бурый медведь, а потом вы.
море кроя в нем кайта, его надо выручать. Быстро! Иду. Бил! Двух человек с ребрами на крышу! Индейцы ушли. Отлично. Гарнист, отбой! Сэм Блейк, кажется, кончили стрелять. Силы слишком неравные. Драгуны выиграли сражение. После нападения на Тенгалвуд индейцам придется худо. Это точно. То, что происходит в этих местах, позор для штатов. Жаль, что вам не удалось повидать зоркого сокола. Теперь такого случая не будет. Да. Ну вот что. Придется возвращаться назад. Натяните поводья. А сейчас отпустите. Вот так, хорошо. Поворачивайте. Вперед. Пришпорьте коня. Сильнее, сильнее. Ну, ну, ну. Хорошо. Так, так. Руки ниже опустите, а то они устанут. Вот так. Кэтрин, тебе помочь? Нет, что-то не надо. Я сама хочу этому научиться. Пэт, ну как, ученица оказалась способной? Напрасно вы смеетесь.
Чего доброго, я попрошу вас научить меня стрелять. Вы, наверное, устали, Кэтрин? Такому, как ты, нельзя давать уроки, мисс Кэтрин. Почему? Потому что у тебя сползли штаны. Болтун. Мы уходим к Ташунка Витка и Татанка Ятанка. И теперь наши вигвамы будут стоять всегда рядом с их вигвамами. Зоркий Сокол дал нам хороший совет. Мы должны все вместе сражаться против бледнолицых. Завтра мы покидаем землю наших отцов. Шайнинг Стоун. Горы. Мы уходим с восходом солнца. Я все сказал. Хоу. Завтра я не пойду с вами, я потом догоню вас. Ядовитая змея еще жив. Можно я пойду с тобой, Сокол? Я буду таким, каким был проворный олень. Хорошо. Там длинные ножи. Они идут сюда. Их очень много. Идет много длинных ножей. Да. Наверное, они хотят преградить нам путь в прерии. Но если они подойдут к перевалу, то тогда мы в ловушке. Мы поедем к перевалу и задержим их. Ты знаешь тайную тропу рядом с ручьем. Веди туда людей. Времени у вас мало. И этот путь нелегкий, бурый медведь. Надо торопиться. Необходимо занять перевалы, тогда краснокожие окажутся в ловушке.
Мы придем туда намного раньше, чем они со своими обозами. Дакота, конечно, не бросит своих женщин и детей. Им это просто не придет в голову. Я уверен, через 2 часа в этих местах не будет в живых ни одного индейца. Тогда нам придется переименовать Black Hills в Blanching Hills. Не правда ли? Господин капитан, индейцев в долине не обнаружено. Благодарю, сержант. Ну что ж, поехали. Вперед. С Богом. Макдрайден, лошадей в укрытие! Краснокожие хорошо вооружены. Они заняли все ключевые позиции у перевала. Куда смотрела разведка, черт побери! Теперь нам придется менять тактику, чтобы их оттуда выгнать. Ваше предложение, Форсайт. Надо обойти их с флангов. Правильно, действуйте. Теперь все наши люди на той стороне, за перевалом.
Длинные ножи не смогут преследовать нас, если мы уведем у них лошадей. Вы оставайтесь здесь и ждите моего сигнала. Они увели всех лошадей. Опять этот зоркий сокол. Гретхен! Гретхен!